19 сентября седьмая церемония. Состоялось награждение украинской премии в области моды, которая называется Best Fashion Awards. Звучит красиво. Согласен. Да. И чуть-чуть смешно. Мода, это же девчачья. Странно, что тебя не позвали. Ты достаточно модно одета. Мне кажется, вообще все данные модели у тебя есть. Но я немного понимаю кое-что в моде. Ты, в общем, в моде разбираешься? Не-а, не разбираюсь только в свадьбе. В садике уже про свадьбу говорить? Нет, просто была свадьба у нас. Фонарёчка. А, с Димоном. Ты случайно не знаешь вообще, что такое мода? Это когда все в одном тоже гуляют или что-то другое, но некоторые в другом. И похоже, что это все обезьяны. Они одеваются как обезьяны, если честно. Вот кто вообще устанавливает правила? Кто говорит, что будет модно в этом году? Наверное. Мама. Мама? Да. Пожалуй. Кто придумывает модную одежду? Мэр. Мэр. Мода – это мода, когда это люди одеваются красиво. Тебе не надо меняться. Вот ты какой есть, не надо быть таким, как ты есть. Надо меняться. Вот вы сегодня просто прекрасный оделись для мужчины. Кто эти люди? Это продавцы. В основном? Да. Продавцы модной одежды. Угу. Надо покупать красивые вещи девушкам. Безусловно. А кто должен покупать эти вещи? Мальчишки. Отличное дело. Как эта профессия называется? Вот те, кто ходит по подиуму в модных одеждах. Красотульки? Красотульки, конечно, конечно. Ну, поскольку ты пару раз видела модные показы, может, продемонстрируешь, как модели ходят? Как они показывают одежду? Ну, вот так. Потом вот так, потом вот так, и все. Ну, пошли обратно. Прекрасно. А ты можешь показать, как ходит модель по подиуму? Ну, так вот до конца и обратно. Могу. Давай, пожалуйста, пройдись. Pretty woman. Отлично. Вот это супер походка. Ну, слава богу, с модой разобрались. Предлагаю тебе вот в эту камеру сказать. Ребята, одевайтесь красиво и будьте добрыми. Ребята, одевайтесь красиво и что дальше? И дай Бог вам здоровья. И дай Бог вам здоровья, Боже мой. Одевайтесь покрасивей, а это скажут наши мелкие специалисты. Пойдет.